И мы начинаем церемонию награждения победителей и призеров чемпионата России по артистическому фехтованию 2018 года. Награды вручать будет первый вице-президент Федерации арт-фехтования, заслуженный тренер России, профессор Алик Давыдович Мавшович. Уважаемые спортсмены, тренеры, зрители, награждение мы начнем с Гайкова Ильи. Он награждается дипломом за стойкость, мужество и преданность арт-фехтованию. Илья! Браво! Ну а мы начинаем. Упражнение соло. Третье место. Бриллиантовый дым. Студия артистического фехтования «Эспада». Иванов Сергей. Аплодисменты! Кот в сапогах. Дикие карты. Уймин Максим. Ну и, наконец, первое место. Игры, которые нас меняют. Военно-исторический клуб «Стальное сердце». Зеленов Константин. Поприветствуем наших победителей и призеров. Спасибо. Следующая дисциплина. Упражнение группа. Третье место. Всадники. Клуб «Цитадель». Мы аплодируем, Второе место. Люди в черном. Студия артистического фехтования «Грифон». Первое место. Позывной «Дракон». Студия артистического фехтования «Эспада».
поприветствуем наших победителей и призеров. Спасибо вам большое! А мы переходим к следующей номинации. Дуэт от 16 века. Третье место. В ночи студия сценического фехтования «Вольт». Иванов Дмитрий, Лучникова Евгения. Второе место. Брат студии артистического фехтования «Соберия». Усенко Руслан, Лобанов Виктор. Первое место. Шевалье де Сан-Бельмонт. Студия артистического фехтования «Эспада». Милосердова Наталья, Мамададжиев Руслан. Поприветствуем наших победителей и призеров. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Поздравляем вас. Переходим к следующей дисциплине. Группа «Свободный стиль». Третье место. «Щелкунчик. Недетская сказка». Студия артистического фехтования «Эспада». Мы с вами ждем призеров второго места. Последний бой «Сирано». Международная академия фехтовальных искусств. Наконец, первое место. Бессмысленно и беспощадно. Студия артистического фехтования «Эспада». Приветствуем наших победителей! Ура! Спасибо вам большое! Еще раз поздравляем вас! Следующая дисциплина менее людная. Дуэт «Свободный стиль». Третье место.
Легкая закуска. Combat Art Team. Поют Петр Каратаева, Галина. Звездные войны, битва героев, школа саберфайтинга, Семенихин Дмитрий, Дождиков Артур. Ну и наконец первое место. Портрет Дориана Грея, студия сценического фехтования «Вольт», Иванова Анастасия, Лучникова Евгения. Поздравим наших победителей и призеров. Спасибо вам большое. Вы все молодцы! Спасибо! Поздравляю! И заключительная дисциплина – дуэт «Античность». Третье место. Кто за старшего? Клуб «Цитадель». Арнольдова Анастасия, Егоров Андрей. Международная академическая академия фехтовальных искусств Сергей Мишенёв, Андрей Лякишев. Ну и, наконец, первое место. Репетиция. Клуб «Цитадель». Боярский Виктор Сорокин Владимир. Поздравляем наших победителей. Ну что ж, дорогие друзья, на этом церемонии награждения чемпионат России по артистическому фехтованию 2018 года подошла к концу. Мы всех поздравляем, желаем вам здоровья и стремления к дальнейшим победам. Ну и по традиции закроет чемпионат Олег Давыдович Мавшович. Аплодисменты! Ну, я полагаю, следующий чемпионат страны мы еще поднимем знамя России как символ открытия соревнований, а потом опустим как символ закрытия. Ну, пока у нас этого нет, но тем не менее, я вас поздравляю с успешным проведением 11-го чемпионата России по фехтованию. Надеюсь, 12-й пройдет еще на более высоком уровне. Спасибо. Спасибо. До свидания.